Я считаю, что по такой игре мы не заслуживали поражения 1-5. У нас есть вторая игра. Это противостояние складывается из двух игр. Покуда у нас есть какие-то шансы, мы будем бороться для того, чтобы пройти Арис и выйти в следующий раунд или конференции. Мы готовились, смотрели все 5 матчей, которые они сыграли на предсезонном сборе. То, к чему готовились сегодня и увидели на поле, единственное, полагали 3 человека, которые начнут в стартовом составе, и те, которые были у нас в предполагаемом составе у соперника.